Комсомольский на Амуре глава региона также встретился с жителями, которые стали участниками программы благоустройства территорий и расселения аварийных домов. Далее подробности. Этот двор многоквартирного дома на Московском проспекте попал в программу «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». На обновление территории выделили 21 миллион рублей. Глава региона Михаил Дегтярев проверил ход работ. По проекту, одобренному жителями, которые организовали ТОС, во дворе должны появиться тротуары, современные детские и спортивные площадки с безопасным покрытием. Также планируется сделать освещение и отремонтировать проезд. За безопасностью будет следить система видеонаблюдения. Ну тут еще будет это все, да? Подсыпаться, может, нет? Надо подсадить землю, травки какой-нибудь. Нет, в любом случае мы ожидаем еще поставку земли. С отделом экологии у нас намечены посадки. Осмотрел Михаил Дегтярев и дом, в который вскоре переедут жители аварийных домов Комсомольска на Амуре. Его построят в Ленинском округе. Ввести дом в эксплуатацию планируется к 9 декабря. К этому дню в свои новые квартиры заедут 119 новоселов. После электрики вот первый этаж у нас приготовили. На следующей неделе зайдут уже штукатуры, начнут отделку. И параллельно уже после штукатуры будем работать по коммуникациям. Отопление, ХВС, ГВС. Далеко здесь точки подключения? Точки подключения все рядом. Для того, чтобы расселить всех жителей аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в крае строится 12 многоквартирных домов. До конца этого года переедут в новое жилье почти 3800 человек. Успешное выполнение этой задачи позволит региону получить средства на расселение жителей домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Для этого требуется построить более 200 тысяч квадратных метров жилья. Александр Лихачев, телеканал «Губерния».